Он, кстати, внизу нас ждет, да? Да, он будет внизу видать. Ну иди ты вперед. Ай! Ты что громко, блин, я испугался. Идеи, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Васаби, Скромник, Куёко, Стенко. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня мы играем в Roblox, режим Scary Elevator. Пацаны, вы готовы? Да. Так точно. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать и веселиться. Погнали. Это... А что это вообще было? Я даже не заметил. А я сам не знаю. А, это... Маньяк. Это из ДБД. Понял. Это с игры одной. Это ДБД. Это твой лайк. Отлично, иду к вам еще раз. Где? А. А я что, проиграл был или что? Я так и не понял, что на спауне появился. А, я сбежал, значит. Да-да-да-да-да. Да, я еще раз сбежал. Каждый раз бегаешь, тебе дают прохождение. О, ладно. А у тебя есть какие-то очки выживания, чтобы какие-то штуковины купить себе? Я могу себе купить... Ребята, давайте так вы напишите в комментариях, какой режим нам в следующем Роблоксе записать. Потому что очень много классных режимов, я даже не знаю какой. Так что напишите в комментах, подскажите. Я смотрю, что я купил. А что это у тебя защита? А что он тебе дает? Защиту, то есть первый удар по мне не будет ходить. Один удар только сдерживает? Да. Прикольненько. Мне это нравится. Ну да что, пошли тогда. Тут написано, помогите. Так, я иду к вам, пацаны. Так, это уже была карта. А нет, мы уже прошли её. Так, отчитывается теперь время до следующего... Это что, сколько лифт будет длиться? SCP. Это SCP, это дед, это дед. SCP. Это 106. Ой, так, ой, ой. Бегите, бегите. Все монетки мои. А где эта штуковина вообще? Сзади. А, мы пробежали его, прощай. Офигеть, жесткий какой-то мужик. Ой. Да, бежит. Так, тут тоже help написано на земле. Так, Куёко, очень осторожно. Много. Сзади, сзади, Куёко! Это я. Ладно, я пошутил. Бежим, так, убегаем. Ого, тут поездяка. О, тут поезд приехал, как он тут приехал? А что это за поезд, а что он дает? Его тут не было. Он сам приехал. Пацаны, мы что, прожили все, я вижу, наши все прожили. Все, да, это легко. А что это дает за штука? О, это жизни лекаются. Это жизненно. Так, пацаны, давайте угадывать, что сейчас кто будет. Я думаю, что Бенди будет. Я думаю, Бублис. Бублис. А что такое Бублис? Угадал чуть-чуть, только на Б. Это жвачка. О, так это Спанч Боб. Вы готовы? Да. Побежали. 3, 2, 1. Дим, залазим на нас. На нас. Зачем? Я монетки собираю. На-на-на. У меня же башмаки есть. А если ананас залазит, что, не залазит туда или что? Нет, да. Я этого не знал. А где он вообще? Я легко выживаю. Всё, я в ананасе. Помогите, пожалуйста. А, я умер. Ну, я могу прожить. У меня очень быстрые башмаки. Я же читер. Вот опа, друзья добавляются. Ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Любой может здесь записать и поугарать. А вы где? Я возле лифта стою. Я даже не вижу... Ой. Губка-боб. Блин, я чуть не умер. Дим, мы с тобой только выжили. Да? Выжили, да. Вот это мы с тобой молодчики. Думаю, сейчас за радио здесь шумит. Бэкрумс. Я думаю, что сейчас будет Бэкрумс. Угадал? Профессиональный угадывальщик. Кстати, нас что-то заспавнилось только что. Да? Не бойся, не бойся. А мне страшно. Что за Майнкрафт? За Майнкрафт реально. Пацаны, будьте осторожны. Ого! Нифига себе, он меня жизни отнял. Так он просто так прошел мимо. А я монетки собираю, мне еще нормально. Я тоже. Кто это? А! Он за мной! Представляете, загнал меня в угол. Блин, я обернулся посмотреть. Да я уже умер, я умер, блин. Я живой еще, я бегаю. Ничего, ничего. О, бред. Я его на себя отвлекаю. Пацаны, вы умрете, не идите туда. А что там? Да там ничего нету. Вообще ничего. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Музычка такая именно стремноватая играет, прям круто. Флор Бейдж, это что? Не знаю. Мне бейджик. О, выход. Я на выход. Тут сбежать можно было, кстати.
думаю, это все равно не работает. Давай Бенди. Или так, Бенди. Давайте, я думаю, сейчас будет Five Nights at Freddy's, наверное. Может я быть думаю, такое. Сейчас будет, кто угадает, тут красавчик. Кто угадает? Among Us? А, это будет Among Us, да, этот бега додик? Да-да-да. Опа, а он сейчас тут в лифте будет или что? Мы сейчас пойдем. У нас сейчас стены будут тут, походу, это, ломаться. А, нет, смотрите наверх. О, господи. Я смотреть на него или что? Нет, не вообще надо было уходить на вас. Да блин, он убил меня. Вот я наивный. Он медленный, смотри. Очень? Да. Очень медленный. Так, давайте, ТП хайте мне. Ой! А, он реально медленный. Я слился еще раз. Не профессионал. Дим, я выжил. То я вижу. А, я ж помню, ты читы всегда водишь. Я вспомнил. Он читер. Постоянно читер, да. Скриптер. Скрипты прописывают вообще там умный. Ой, хэппи-эппи. А кто это такое? Не знаю. Веселое яблоко или как оно переводится. Ну, опять сейчас, наверное, кто сюда забежит к нам. Опять в лифте? Не знаю, наверное. Он говорит, хэлп написано. Тут, блин, кровяша разбрызгивается, тут музыка веселая такая на гитаре играется. Очень весело. Он запрыгнулся. Яблоко забежало, пацаны. Согласен, веселое яблоко. Веселое яблоко. А где оно? Оно там в лифте. Вижу, 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 вижу. Я в лифте стою, мне нормально. Сюда нельзя забирать, Дим. Тёку, не веди меня сюда, что ты делаешь? Мне страшно. Я, пацаны, я его привел. А, все, мы выжили. Есть, я выжил, отлично. Да, у Йоко умер, ну печально это осознавать. Я посчитал, на раунд дается 30 секунд, то есть раунд идет 30 секунд примерно. Значит, Дима, время мало на выживание. О, Talking Bain. Бен. Бен. Значит, проверим, будет... О, видишь, 40 секунд, дольше дается. Бен. А что будет? Но. Ой. Ох, господи. Вижу, 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 бэм ходит этот. Ай. Маньяк, бэм. Что за тварь? Отвали. Отвали, отвали, отвали. Дим, это телефонное приложение. Он говорит, кстати, нуб. Не, он... Бэм. Бэм. По стенке лазит, да ладно. А, он пытается, короче, пройти в лифт, а там стена, и таким образом он забагался. Это очень круто. А, там человек сидит и забагал его. Офигеть, все, мы выживем. Так это собака была или что это было? Это собака, это собака, да. Это и телефонное приложение, там ты можешь разговаривать с этим чудиком. Это очень старое телефонное приложение, 2014 года. Очень старое. Да. А он даже старее, чем говорящий топ. Ну это вообще от тех же разработчиков. 40 секунд. Профессионалы, пацаны, все шарят. Что это? А, это... я не помню, называется фильм. Это Чаки, это Чаки. Чаки, это Чаки. С ножом. А, я не успел, кто-то за меня сбежал. Он не сбивает. Помоги, Дима. Он пацаны, вы умрете. Дим, я сбежал вроде. Да ладно. Да. Умер. Я сбежал, я сбежал, он меня бил по башке и сбежал я. Молодец. Отлично, мне нравится, когда ты в последнюю минуту, секунду сбегаешь. Ого, здесь сколько монстров. Ладно, побежали. Короче, мы еще ни одного этажа не угадали. Так, сейчас давайте угадаем. Все-таки я думаю, что будет Балди. Балди. О, давай угадаем, кто угадает все-таки. И никто из нас никто не угадает. Этажей столько добавили, что угадать просто невозможно. Но мы сделаем когда-то это. Так, погнали, 40 секунд. Ого, я с ним сразу встретился. Почикал меня, подлец. Дим, тебя тоже ударишь в пушке? Да, да, у меня третья часть жизни отнялась сразу. Я но ничего страшного. Тяу, тяу, тяу. Вижу, вижу, бежит, бежит, бежит за мной. Не, чувак. Я сбежал. Отлично. А вот это яблоко бешеное, я его вижу. Да, музычка стрёмная играет. Ну, конечно же, мы профи. Я слышу, как он чикает там все. Ого. Всех убил, что ли? Нет. А, не, мы вот с васаби выжили. Молодцы.
Ну что можно сказать, красавчики. Красавцы, красавцы. Да-да-да. Да мы просто профессионалы. Ой, элеватор. Это вообще умные. Ну давайте хоть раз угадаем. Ну. И Вэтчес, я не знаю. Этого будет маньяк. О, Слендер. Он реально, я думаю, что Слендер будет. Это да ладно. Ты угадал, Дима. О, представь, последнюю серию. Вот еще подумаешь, что она игранная. Угадал. А мне всегда говорили, что у меня есть талант угадывать всякие вещи. Да ты везунчик. Да. И спиннер есть. Знаешь, я в последний момент переименовал свое желание. Не, ну я знал, что вот Слендер. Разработчик мне смс-ку прислал. И пишет мне, скажи на ролике, что будет Слендер. Слендер, видишь, был. Пожалуйста, Слендер, он за мной бежит. Что... Беги. Нифига себе, здесь какая карта здоровенная. Она просто мега большая. Пацаны, посмотри назад. Что, Слендермен has ground, что? Ого, он там убивает людей. Ну ничего, мы ходим. Веселимся себе, ха-ха, хи-хи. А там кишки на фоне и звучат. Ой, я его вижу, кстати. Да? Да, вообще уже. Да. Он вот среди лифта бегает. Я думаю, ФНАФ будет. А за мной бежит. Ого, а, он с одного еще. Убил. А ты что думал? Ты что думал? Я выжил. Ты выжил. И я выжил. Ну, вам повезло. Ну, у меня-то башмаки быстрые, это читер сразу, с самого начала. А у меня, Дим, и щит, и мишка, и скорость. Я думаю, сейчас будет Шрек. Завел. А, Завел, блин. Кто? Кто это? Сейчас посмотрим. Даже не знаю, кто это, интересно. Это Самара, это... А, это из звонка, который через телевизор вылазит, да, к нам? Колодец, да. Из звонка вылазит. А что кассета? Вот это мне нравится, конечно, какую-то ерунду сказать. Так, давайте сюда. Меня убили. Убила тебя, да? Этот фильм в детстве. Я его до сих пор боюсь, какие детства. А я не смотрел. Какая мрачная атмосфера здесь. Я только его видел, но не смотрел. А где эта челепиздрюха? Я ее не вижу. Она бежит, она впереди. О, вижу, вижу. А что за мной? А, нет, за ним хай бежит. Блин, она стремноватая баба. Не трогайте, я слишком умный. Такой плащ у меня деловой. Все, прощай. Так, за мной. Ну, за мной ты не угонишься. А, мы выжили. Так, кстати, не так уж то и многое выжило. Мы вообще сегодня тащим, да? Ну, какого выживания? У меня... 218 выживаний. Ого! Ты видишь, сколько у чела выживает? 98 тысяч. Ну, у него ж кличка Задрот, а не Микки, ладно. Так, сейчас будет Шрек. Блин. Шрек? Это как... Да-да-да-да. Тот, который улыбку себе вырил. Эй, это мои монеты все. Вы все монеты поворовали. Да, слишком умные какие-то. Кстати, заметили, что подзаходили мои подписчики и друзья. Еще одного чек. Не, я живым не дамся. Я буду гонять по кругу, но нет. Дим, прыгай ко мне на телевизор. Не-не-не, наоборот, тебе лучше приведу, и пусть тебя убьет. Дима, ты чего? Ты еще не умер за серию, отстань. Да пора тебе, кстати, умереть. Давай, мочи. Нет. А, блин, молодец. Дима, давай, на Диму. Нет, не надо, не надо. Есть. На Диму, пожалуйста. Ну давай, ну чик его. А, блин, выжил. Опять выжил. Это я был, мне повезло. Хотя блин, прикольная было. Выживалочка, у кого-то даже спиннер уже, в принципе, это не у меня. В моде. Да, ты, это... Ты что, 2020 года тут пришел? Зеркало. Дима, спиннеры были 2018. Вообще 18. Ну, у меня он просто в 18 году появился. О, кровавая Мэри. О, я это, кстати, ни разу на этом этаже не был. А, это кровавая Мэри будем вызывать, да? Она сейчас выйдет в зеркало или нет? Да. А, ну все, прощайте. Вот я и умер. Пора было тебе уже давно умереть. Обидно, Дим. А туда за зеркало можно пройти? Да? Да, я туда побежал за бойными. А, тут конец карты. И что, мы умрем? 4, 3, 2, 1. Отлично, отлично, ребятушки, классно играем. Так, пока все отлично. Ну что, угадаю я все-таки этаж. Сейчас будет маньяк Чаки. От, блин, нет. А что это такое? Я не вижу. Что это? Да тут добавляли миллион этажей, как узнать? Да, это не... О, это кожаное лицо. Это кожаная морда. Это Майкл. Это же уже была у нас сегодня эта карта, да? Да, это Майкл, это не кожаное лицо. Кожаная это морда. Это я сбежал. Это из фильма Хэллоуин. Да? Да. Так ты профессионал. Да.
Блин, так Roblox давно не играл, аж заскучился, если честно, за Roblox. Надо чаще записывать его. Надо какие-то переходить режимы, тукон или такое, чтобы... Пусть ролик будет длинный, но оно будет интересно. Ну да. Кстати, надо, наверное, нам стрим провести по Roblox. Там, например, Epic Minigames или кого-то. Да, кстати, можно Epic Minigames. Мы в очереди. Я два раза сбежал подряд. Ну ладно. Зачем? На всякий случай. А если первый раз не зачитала, то на всякий случай... Ну да-да-да-да-да. Да. Кристалл Лейка. Что такое? Я даже не знаю эти. Пятница 13-я. Пятница 13. Знаешь Джейсона? Да. Я с ним недавно дружил. Ты недавно с ним дружил? Настроение, ребята, классно. Надеюсь, вы смотрите мои ролики. И у вас настроение поднимается, и вы сразу ставите лайк. Давайте так договоримся. Если я поднял настроение, вы улыбнулись, значит, с вас лайкосик. Ну да. Так, о, и чё? Джейсон забагался. Он заб... о, а где этот челепиздрик? Он в доме. О, ты дурак! Да ты меня обманул! Ты сказал, что он забагался. Он резко начал на меня бежать. Ты обманщик. У меня какой-то ключ, у меня какой-то ключ. О, так это ключ от комнаты, надо сбежать теперь. Открыться комнату, да-да-да. Надо сбегать, и мы можем все вместе туда зайти, кстати. А где оно? А это комната, это, ну, короче... А, на этой карте нет где сбежать? Да. А я умер. А, короче, нет, сейчас, ребята, вышел. Будет карта, где мы сбежим, и ты откроешь комнату, и мы все вместе туда пойдем. Только главное, не проиграй. Давай мне ключ. Он не может тебе дать ключ. Вот, блин, да я знаю, что его нельзя дать, я так приколился. Он на суперклей приклеил. Can you survive? Это... Кто за урод, знаю, морской? Какой-то урод. Так, ищи этот сбежалку. Давай ищу. Я нашел. Где? Я сбежал. Я тоже сейчас сбегаю. Все, я сбежал. Привет. У кого ключ? У тебя? Нет. У меня был. Это не мы тебя ждем. Пожалуйста. Я выжил. У меня... О, сколько у меня... Пошли, пошли. Я знаю, где красная. Так, а у него, а где, у кого ключ? А вот у тебя, да? Давай. Стой, 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 что все вместе были. Все, отлично, ребята, мы зашли в комнату. Вот это мы. Ах, мы хитрые. Мужики, да я. А ты лох. О, мне какой-то череп дали. Целый череп, а. А я выжил. Я, короче, предметов набрал на всякий случай. Так, что у меня теперь есть? Давайте проверим, что в той комнате есть. Так. Мне нравится, зачем тут мечи или это все, если оно все равно ты никого не убьешь. Зато есть мороженое. А, ну да. Так, монетки собираем. О, это СП лестница, я не помню, как называется. А, да-да-да-да, я помню, бесконечная лестница. Да. Так, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Отличненько. Чем ниже, чем... Он, кстати, внизу нас ждет, да? Да, он будет внизу, видать. Ну иди ты вперед. Ай! Ты что, громко, блин, я испугался. Офигеть. Если вам понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. А мы еще с пацанами поиграем.